Сегодня в селе Байгулово Козловского района открылась новая современная общеобразовательная школа на 165 мест. Учебное заведение было построено в рамках подпрограммы создания в Чувашской республике новых мест в общеобразовательных организациях национального проекта образования. Уже на начальном этапе строительства было принято решение ввести современные условия обучения с прогнозом на будущее. В торжественном мероприятии принял участие в РИО главы региона Олег Николаев. Подробности в сюжете нашего корреспондента Леонида Петрова. Для селян новая школа к 1 сентябрю действительно стала настоящим подарком. Сегодня в торжественный день 7 первоклассников впервые сели за парты. С нетерпением ждала, я очень хотела школу. Такое чувство волнения обязательно присутствует, тем более такая честь нам оказана в этом году в новой школе. В первый раз в такой школе, школе завтрашнего дня, мы начинаем свой школьный путь. Ой, готовились, школьную форму покупали, тетради покупали. Школа оснащена всем необходимым – современным компьютерным оборудованием, интерактивными досками. На первом этаже разместили учебные кабинеты для начальных классов, столовую, медицинский блок, актовый зал, мастерскую и спортзал. Примечательно, что теперь уроки физкультуры здесь будет проводить бывший выпускник этой же школы. После окончания Канарского педагогического колледжа Сергей Шестипалов решил вернуться в родное село. Поэтому я сюда решил вернуться, чтобы обучать, оздоровлять и чтобы побеждали везде, по волейболу, баскетболу. Всего в школу пришли два молодых специалиста. Поэтому есть шанс, что помимо спортсменов, в ближайшем будущем село Байгулово вырастет и математиков. После окончания Московского авиационного института Евдокия Казакова по профессии инженер авиастроения также решила вернуться на малую родину. Она уже осваивает вторую профессию – преподавателя математики. Мне очень нравится жить в деревне, поэтому я решила вернуться в родные края. Любовь к родной школе вновь притянула меня сюда. Немного волнительно, но знаешь всех учителей, знаешь многих детей, и это успокаивает. Свои умения и навыки в техническом направлении школьники продемонстрировали руководителю региона Олегу Николаеву. На уроке по физике ученики показали сборку электрической цепи, а юные химики проверяли воду на чистоту. Девочкам предстоит осваивать азы в швейном и поварском деле. В новых стенах будут заниматься и дошколята. Уже созданы две группы, в каждой по 20 детей. На данное время у нас обучается в школе 105 детей, а дошкольников у нас уже набралось 38 детей. Желающих еще будет, потому что у нас сейчас очень многие приезжают, смотрят, экскурсии проводятся. Сегодня в новой школе был организован телемост с другими образовательными учреждениями. В РИО главы Чувашии Олег Николаев пообщался со школьниками, студентами и педагогами из разных уголков республики. Он отметил, что в ближайшее время в регионе появятся новые школы. Уверен, если мы очень плотно поработаем, нам удастся уже в этом году запустить процесс строительства школы на 1500 мест в микрорайоне Университетский в городе Чебоксарах. Ну и, конечно же, у нас еще строится, запущено строительство школ и в сельской местности. Это прежде всего Кашмаши Маргаушского района и Шагырданы Батыревского района. А эти школы уже на следующий год мы с вами сдадим в эксплуатацию. Леонид Петров, Вадим Владимиров, Вести.